Всем привет! Наступила пора отпусков и всевозможных путешествий. И если вы любите проводить время на природе, с палаткой или в походе, добавит комфорта в ваш отдых туристическая газовая плитка. Всевозможные сайты предлагают такие приборы по привлекательным ценам. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! Если вы любите походы с ночевкой или просто предпочитаете отдых с комфортом, стоит задуматься, как приготовить полноценный вкусный обед на природе. Походная газовая плита – необходимая вещь для долгого путешествия, в котором не получится обойтись шоколадом или галетами. Приготовить горячую пищу помогут горелки и походные газовые плиты. Газовые горелки бывают выносные, подключающиеся к резервуару с топливом при помощи шланга, и стационарные, которые подсоединяются напрямую к газовому баллону. Газовые плиты также можно разделить на две группы. Наиболее популярны плиты с горизонтальной установкой газового баллона. В таких моделях предусмотрен отсек с цанговым разъемом под одноразовый баллончик. Это легкие компактные плиты, единственным недостатком которых можно назвать высокую стоимость съемных баллонов. Реже туристы покупают плиты с универсальным питанием. В корпусе у таких плит находится внутренний резервуар для газа, а также разъем для подключения внешнего баллона. Обычно такие плиты используют для дачных домиков, кемпинговых лагерей. Они достаточно тяжелые и занимают немало места. На сайте Wildberries туристическая газовая плита сейчас продается со скидкой за 1845 рублей. Ее прежняя цена – 9 тысяч. Она подходит тем, кто привык проводить время в пути – на автомобиле, велосипеде, походе – с комфортом. Поверхность варочной плиты с эмалированным покрытием обеспечивает легкий уход. Отлично подойдет для самостоятельных путешествий и поездок за грибами, на охоте и на рыбалке. Размещается как на раскладном столе, так и прямо на земле. Для розжига газовый примус оснащен пьезоподжигом. Это зажигалка-пистолет. Переносится в пластиковом кейсе, который можно использовать в качестве дополнительной ветрозащиты. Портативная настольная газовая горелка из стали позволяет использовать малые картриджи, баллончик для горелки и газовый баллон туристический – пропан-бутан-смесь. На сайте Озон туристическую газовую плиту Велтон предлагают за 1122 рубля. Ее прежняя цена – 3507 рублей. Предназначена для приготовления пищи и кипячения воды на природе или дома. Пластиковый кейс делает хранение и транспортировку плиты максимально удобным. Регулятор подачи газа позволяет менять мощность пламени. Характеристики – размер 34 на 26 на 8 сантиметров. Стандарт подключения – цанговый. Тип розжига – пьезоэлектро. Работает от газового баллона. В комплект не входят. Комплектация – газ. Газовая плита, кейс для хранения, инструкция. На сайте Яндекс.Маркет походную газовую плиту можно приобрести со скидкой в 54% за 742 рубля. Она работает за счет одноразовых баллонов с газом цангового типа. Имеет специальный механизм в виде раскладывающихся лепестков из нержавеющей стали, предохраняющих пламя от задувания ветром во время приготовления пищи. Хромовое покрытие сделано для того, чтобы сберечь металлическую поверхность от грязи и пыли, позволяя избежать их налипания на прибор. Благодаря этому предотвращается их преждевременный износ. Ко всему этому еще придает им антикоррозийную стойкость. Встроенный пьезоэлемент моментально воспламеняет газ. В сложенном состоянии занимает очень мало места. Быстро раскладывается и подключается. Идеально подходит как для приготовления ухи на рыбалке, так и для приготовления фондю на веранде загородного дома. На сайте CityLink газовая плита Дарина продается за 2700 рублей. Материал рабочей поверхности – эмаль, решетка выполнена из стали, две газовые конфорки. Тип управления механический, есть функция «малое пламя». На сайте всеинструменты.ру газовую плиту предлагают за 1750 рублей. Она применяется для приготовления пищи на закрытых кухнях или открытом воздухе, в дачном домике или во время отдыха на природе. Отличается легкостью и компактностью. Поставляется в кейсе, удобном для хранения и транспортировки. Выпускается в нескольких цветах – синий, бордовый, зеленый, черный, серый. Работает от баллона цангового типа. Имеется пьезоподжиг. Отсутствует необходимость в дополнительных источниках огня. Есть ветрозащитный экран. Защита от неправильной установки баллона. Пока баллон не установлен в правильном положении, устройство не будет работать. Это был Шоппинг-навигатор, ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами. Отличные скидки.